Так, всем привет, и сегодня мы продолжаем проходить Mirror's Edge. Вау, вау, напряжение, блин. Дэм. Не подфурт, ё-малеха. Значит, нам надо вот сюда, наверное. Да, не наверное, а сюда нам нужно. Так. Давай. Фейт. Здорово. Да. Закосять, ё-малеха. Ладно, с кем не бывает. Не допрыгнула. Так. Продолжаем. Прыжок веры. Да, не смогли. Тихо и грусти до залезли. Так, включим напряжение. И полезем. Ну, вроде по курсу идем. Вроде бы. Так, нам туда. Опа, пули. Шутя, упали. Ну ладно, бывает, главное, флейт жива. И это уже что-то. Так, куда нам дальше-то? Так, сейчас я малеха раздуплюсь. Вниз. Вниз, куда я упал. Планы 2 места. Тут настоящий лабиринт, к тому же безлюдный. Не случайно Роберн выбрал его. Но если им понадобилась птичка, думаю, встреча будет где-то на крыше. Тебе надо найти путь наверх. Нам, наверное, надо вот сюда. Это значит нет. Это так-то да, значит нет. Опа-на. Что? Так, мы тут. Теперь на лесенку. Падаем. Где-то у нас отопление прорвало. Так, что у нас тут? Выключатель. Ну, осталось совсем немного, скоро уже игру мы пройдем. К счастью или к сожалению. Миля? Вот гад! Ты серьезно? Как чувствовала, что копам нельзя доверять. Так он с Роуберном заодно. Спорю, он участвует в этом икаре. Посмотрим, что мне расскажет о Попе и Кейт. Интересно. Сюда. Ух ты ж. Это он тебя послал? Прям в челягу. Никто не смеет мне угрожать. Полегче, это же все-таки девушка. Черт, я в порядке. О, слоняра, да вы посмотрите на этого слона. Как же его, блин, вниз. Ай, леща не успел выхватить. Блин. Даже замедление прожал, не успел нажать. Бам. Ладно. Дубль 2.
дубль, 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 два. И... Это он тебя послал? Убирайте все под черту. Никто не смеет мне угрожать. Но зубы-то золотые. Черт, я в порядке. Ах, аж земля сотряслась. Это слоняра-то несется. Так, ага, выхватили. Все, ладненько, давай, Фейд, давай. Ай, бубенчики прям. Лучше начинай говорить. Я вижу, как вспотели твои ладони. Ты подставил Кейт Коннорс, так? Чёртова тварь! Нужен был именно коп, да? Ты ни хрена не услышишь! Кто пришил Поупа, ты? Нет, я нанял одного. Кто? Профессионала. Я встречаюсь с ними завтра в два дня. Атриум галереи в центре. Ты сразу их узнаешь. И что за дела с Миллером? А ты любишь совать нос куда не следует? Вытащи меня. Осторожно, Пейт. Только учуди что-нибудь, мигом сброшу. Понял, понял. Черт, Мерк, тут кто-то стреляет. Они шлепнули Роуберна. Какого? Конец вечеринки, копы на подходе. Пейт, сваливай оттуда. Решили нашего свидетеля, так называемого, если его можно так, конечно, назвать. Да, наверное, и надо было. Кто он? Так, ага. Что этих уродцев воткнуть? Шали. Ага. Так, сейчас чуть-чуть подрегеним. Минус. Что? Быстрее всего уйти через шахту лифта. А вообще это единственный путь. В любом случае, тебе надо запустить лифт. Так, поехали. Дверька цепилась. Я не хочу умирать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это было зря, ребята. Никогда не прыгайте в лифтах. Это приведет к неминуемым потерям. Так, а сразу можно? Можно, я же уверен. Да, можно. Все, поехали. Вперед. На них. Вау, присядем на торта. Да, все равно упали. Ну да ладно. С кем не бывает. Тут. Выходит, Джек Нейфу заплатили, чтобы он натравил тебя на Роуберна. Интересно, кто за всем этим стоит? Усиливаю твой сигнал. Попробуй пробраться через. Она. Так. Мы тут. Ну, куда нам дальше? И надо было нам вообще сюда лезть. Что за бред? Так, дверь я выбил. Откуда я вылез? Сюда мне надо лезть. Нет, не сюда. Да. Чё-то я маленько втыкаю. Ну да, залезем вот туда. Там, там, ребят. Ай-яй-яй, не заметил. Извиняюсь, ребята. Бывает такое в нашем тяжком. Так, ага. Ёб вам мать. Да, надо не торопиться, все медленно, размеренно. Да блин, Фейт, не завязывай, а. Прыгаешь на стену, она не хотит. Коза какая. Я что-то понять не могу. Почему она не хочет пробежаться по этой красивой отвесной стене? Сейчас пробуем.
бросало туда. Да, так не получится. Значит, будем пробовать по стене. Странно, почему не получается пробежаться по стене. Вроде делаю все правильно. Боженька снова. У нас явно чего-то криво. Че, я сейчас на этом уровне полон, что ли, встану? Ну нет. Будем пытаться до последнего и как-нибудь у нас получится. Так. Возьмем разгон прям от огнетушителя. Нам 100 баллов надо пробежать. По... Слоумо даже поймаем. Фейт вообще никак не хочет. Никак вообще не раскупляет. В чем же тут подвох? Делают правильно вроде бы. Побежал сейчас. Косяк за косяком. Косяк откроет. Да, тут уже мои траблы маленькие, так скажем. Встали на какой-то трубе. Я в шоке, честно говоря. Она мне устроила небольшую заготовку. Так. Здесь мне ничего не нужно. Да. Дамы и господа, Фейт смогла. Сигнал устойчив. Судя по всему, копы отстали пока что. Похоже, перекрыли станцию Райдинг Парк, затеяли там какой-то ремонт. Впереди копы пытаются отрезать тебя, готовься. Так. Загрузка уровня.
небольшая у нас. Как всегда, она все вовремя, все по таймингу, все как надо. Еще и так долго. Драки. Зараза. Так, драки. Думаю, драться надо. Придется. Раздражаешь, когда надо, она могёт, когда не надо, она издевается, правда, честно говоря. Так, блин, Фейт, зараза. Давайте раскачаемся, чтобы не косячить по долгу службы. Так, теперь нам сюда. Вот, клиник. Работает, дверька открылась. Теперь нам... Куды? Копы приближаются, не слышал бомбы! Вова, робушки-то, а? Да блин! Прям под поезда. Да. Моя самая любимая миссия этой. Это просто... ГБО. Ждем. Где он? Таймер. Все по таймеру. Вижу подозреваемых. Вперед. Фейд, зараза. Фух, самое нирвана. Да.
знает дорогу. Тут надо смотреть в оба. Селесты. Не свисти, зараза.